живут без крыши круглый год. Это про бизонов. Специального загона для них нет, все потому, что у этих животных очень толстая шкура, которая помогает не замерзать в морозы. А шерсть настолько густая и изолирующая, что снег может полностью покрыть животное и не таять от его тепла. Из 5 взрослых бизонов, проживающих на ферме, покрасоваться перед камерой вышли только 2. Остальные спрятались в стороне. Видимо, были совсем не в настроении. Да и вообще у бизонов скверный характер. Они очень агрессивные животные, они только одного хозяина воспринимают, и у них, получается, есть главное в семье, и пока она не поест, других она не подпустит. Главное – это девочка, самая большая, зовут ее Таня. Лидерство среди бизонов определяется возрастом. Кто старше, тот и главный. Отличают и хозяином, по отношению к нему ведут себя послушно, а постороннего могут и лягнуть. Бизоны занесены в Красную книгу, их мясо и молоко – продукция запрещенная. А вот шерсть можно использовать для пряжи.